первой премии 5-го Московского фестиваля семейного творчества «Распахни свое окно» в номинации «Инструментальный жанр» семейный ансамбль «Весенняя свирель». В составе ансамбля папа Павел Шмырев, мама Елена Темрук, сын Николай, племянница Анна. Этот коллектив продолжает традиции домашнего музицирования, заложенные еще предками. И что особенно важно, считают родители, что дети с малого возраста приобщаются к искусству, культуре, красоте. Коллектив, на самом деле, еще совсем молодой, создан в начале 2012 года. Но буквально неделю назад получил гран-при на открытом польском конкурсе исполнителей на флейте пана. Они имеют свой сайт, где рассказывают не только о своем творчестве, но и музыкальных инструментах и друзьях, единомышленниках. Итак, встречайте семейный ансамбль «Весенняя свирель». Попадюк, полька, двуденцывка, Франческо Ладини, «Экко ля примавера». Ну, наверняка начнем с Франческо Ладини. Маленького предисловия о том, что действительно в нашем ансамбле мы исполняем музыку на очень разных инструментах. Это итальянские карины, и карпатские флояры, и украинские сопилки, русские свирели, панфлейта, как мы уже говорили, как здесь прозвучало. Но сегодняшнее наше выступление не вмещает в себя весь наш инструментарий, поэтому сейчас прозвучит семейство сопилок с итальянской мелодией «Экко ля примавера». Двойная флейта, двуденцивка.